Привет, мои дорогие! У нас сегодня опять начинается цикл наших с вами видео таких, где мы угадываем, что же спрятано. Поэтому настройтесь. Это у нас такая, ну, игра, можно сказать, да? Что спрятано под этой тканью черной девочки? Накрываю именно черной. Черный цвет, который поглощает все остальные цвета. Ничего не отдает. Тут кое-что спрятано. Какие у вас идут видения? Что вы чувствуете здесь лежит под этой тканью? В конце видео мы с вами откроем и обсудим это. Чем больше вы, кстати, делаете таких заданий, тем, в принципе, вы даже больше можете изучать себя. То есть, насколько у вас сейчас дается. Может, когда вы устали, вам менее дается узнать, да, что за черной ширмой. Когда вы в таком бодром состоянии, лучше. Утром может отгадываться проще, чем вечером. У кого-то наоборот. Тоже обратите внимание, какое чувство у вас сейчас работает. Вы видите этот предмет? Либо вы его чувствуете. Теплый он или холодный? Сделан ли он руками человека, либо это природа его сотворила? Какой это материал? Для чего это вообще? Функции может отгадаете. Форма. Цвет. Или вам что-то идет другое? Может, вам идут животные или люди? А что бы вы сделали с этим предметом? Вот что вам хочется сделать с ним? Знаете, как себя можно еще проверить так? То, что вы думаете, где-то у вас проскальзывают какие-то мысли. Вы возьмите сейчас, даже нажмите на паузу и напишите в комментарии. Неважно, скажете ли вы, прям угадаете в точку, либо даже если вы ошибетесь. Именно то, что вы напишите до того, как я открою, да? Какие мысли вы сможете озвучить? Или вы боитесь говорить свои видения? Или стесняетесь? Тоже такое может быть. Когда вы даже пишете комментарии, что больше у вас работает? Логика или все-таки порыв? Тоже много что даст. Именно когда пишете. А еще, кто увлекается картами, к примеру, Таро, возьмите, вытяните карту и попросите карту Таро ответить на вопрос, намекнуть вам хотя бы, что находится здесь, под этой черной тканью. Я спрятала для вас кое-что интересное. Форма. Твердость. Мягкая это или твердая? Какого это цвета? Кто это сотворил? Человек или природа? Ну что, мои дорогие, подумали? Если вы подумали, то давайте и откроем. Готовы?
барабанная дробь. И давайте смотреть, что же тут было спрятано, девочки. Угадайте, что это? Это такой вот старинный, девочки, тапочек. Я его нашла в доме, и он служил утеплением. То есть это типа как мусором таким, которым утепляли дом, да. Когда я его обнаружила, я была в таком даже легком шоке. Обратите внимание, какой тапочек. Вручную он сшит. Ему уже, я не знаю, сколько лет. Огромное количество лет на самом деле. Такой вот тапочек. Я даже его не мыла, ничего, чтобы вот кожу не трогать, чтобы она не задубела. Это, девочки, кожа. Овчина. Как говорится, шкура овцы. Это такая вот подошва. Ходили эти тапки по дороге. Размер обуви, девочки, это какой-то, знаете, не знаю, 35-й, скорее всего, 34-й даже. Вот такая вот, вот такой вот обуток. Он очень, девочки, на самом деле, старинный. Очень, очень старый. Потому что дом, в котором я это нашла, тоже очень, очень, очень старый. К сожалению, только нашла один тапочек. И причем, смотрите, сделано как в средневековье, да? Вот реально. Даже вот нитки, которые здесь идут. Вы чувствовали, девочки, что тут протыкалось иголками? Что тут шкура? Шовчики такие. Старая-старая обувь такая, девочки. Специально вот все хотела. Долго он у меня лежал. Я специально, думаю, покажу вам в таком вот видео, где надо будет отгадать, что это за предмет был. А, кстати, смотря теперь на этот предмет, может, как раз таки не ширма вам помогает, а именно, когда вы смотрите на предмет, вы можете сказать, сколько ему лет этому предмету. Носил ли, кто его носил? Мальчик или девочка, женщина либо мужчина? Почему они потерялись? Или почему их выкинули? Или выкинули ли их, либо спрятали? А может, вы можете увидеть здесь мастера, который шил это все, сидел. Кто это делал, женщина или мужчина? И для кого? Вот такой вот, девочки, предмет. Вот так мы с вами сделаем это наше первое видео, и сейчас на этой неделе я, как говорится, буду выпускать специально для того, чтобы вы обращали внимание, развивали свою экстрасенсорику таким вот способом. Угадайте, что под черной тканью. А угадайте, я днем это нашла или ночью? Я вам скажу, девочки, днем это нашла я. Вот такая вот интересная находочка была. Такой вот старинный чеботок. Как я, например, я вам скажу, как я это вижу. Это, как я вижу, что это все-таки делала женщина, шила, сшивала эту тапочек, этот тапочек женщина шила. Почему она шила его?
потому что дома было много переработанной кожи, потому что муж ее занимался обработкой, кожевенником был, обработкой кожи. Вот такие вот дела, котики мои. Кто может что-то больше увидеть, буду даже... Будет интересно почитать в комментарии. Все, мои дорогие, пока-пока.